Нравится друг другу целовать. Ну и рожу я кривлю, да, бля. Ну хули. Не понял прикол, как они 12%. Что, оперативку мало, что ли? Что надо, блядь? Тебе надо моя оперативка, блядь. Сучка. Бля, ей надо моя оперативка. Жес. А, она на весь экран не делается, кстати, ёпта. Это же в окошке только можно. Ну и что мне делать с этим ковеликом? Так, а если я, например, нажму расширение, весь экран F9? Она же расширится, как она хочет или как я хочу. Не, в принципе, она так расширяется, по сути. Блять, зависает. А, я понял, как она расширяется. Понятно. Нет, для такой мне не надо. Нахуй, нахуй, нахуй. Да не хочу я ничего создавать. Блять. Сука, если я не захвачу игру, значит и экран не за... Блять, наоборот, точнее, нахуй. А, она захватилась. Ёптать. Оказывается, захватилась. А, каждый раз подстраивать придется. Самое главное, чтобы работало. Ведь, походу, эту гавелиху только в обычном режиме. А потом в игровом надо будет самому. Я для выбора с этого оружия. Но у меня оружия нету. Так, ну все, 60 фэпосов есть. Я думаю, фэпосов 100 есть. Блять. Сука, на ком бы это потренироваться-то бы. Бля, нихуя не вижу вообще. Какие-то войны местной бабки. Что это за ебанутый режим? Тут врагов нету. Ух, ебать дальность прорисовки, конечно. Это прям максимально хуёво. Ну, 100 фэпосов есть, но это же дальность прорисовки, конечно, они вот видят, а я не вижу. Ну, сам виноват, надо было получше сделать все-таки. По кому тут стрелять? Тут карта, что ли, такая огромная, что я нихуя не вижу здесь? Или что? Это край карты. А враги где? Блять, пиздец. Что я настроил? Такую ёбань настроил. Ну вот, а у меня лох ХП было вообще-то, если что. Ой, блин, опять начинается. Ладно, новое повышение фэпосов буду снимать. Так. Короче,
Дальность прорисовки вообще оставляет желать лучшего. Я думаю, 96 поставить. Вот так, плюс-минус примерно. Угу. Не, ну я на какой-то ёбнутый сервер зашел. Это же максимальная тупость. Тут карта какая-то огромная. Кстати, дальность прорисовки сильно на FPS влияет. Ну да, так побольше стало. Один хрен, я никого не вижу. Да, вот 96 приемлемо еще на больших картах играть. Все, блять. Ну вот, сука, охуели. Ну, глянь, ну за нахуя такая большая карта, нахуя тут, блядь, 100 человек играет? Ебать, сколько нахуй тут человек играет? Тут я не знаю. Миллион. В пизду, куда меня закинуло? Да это даже не CSGO. Ну, я думаю, серваки с CSGO... Ой, нет. CSGO это, наверное, в Роблоксе есть. Ну, куда мне до Роблокса? Ну, и до Роблокса это, блядь, до Луны пешком. Это с видюхой туда надо. Хотя процессор тоже выебывается в Роблоксе очень сильно. Прям очень сильно выебывается. Заражение. И куда меня закинуло? На какой-то зомби-сервер. Нет, не пойдет. Может, на обычный, на какой-нибудь меня? Блять, опять дохуя людей всяких. Киберпанк, ну, косарь донать на ГФН, хотя он же полторашку уже стоит. И это, и все, и будет. Бля, ну я туда же зашел, ёпточку, так откуда и вышел. Бля, ну тупое говно, где обычные режимы там? А я, кстати, не знаю, микрофон, интересно, есть здесь или не. Снайпер. И здесь однокнопочные создания. 600 евро ночная подписка. Чел, я тебе открою по секрету, что ночью можно даже без подписки играть, потому что в очереди практически нету. Как назад вернуться? Все режимы какие? Командный бой 4 на 4. Каждый за себя. Это типа ДМки. 4 на 4. Ну, почти как 5 на 5. Бои на пистолетах. Ну, например, вот это вот. В 13.00 запускать и играть до 18. В смысле, это так ночная подписка? А ночная подписка на дневную, что ли, распространяется? Ну, чел, ты на приколе. Ну, вот это ты первый на приколе был. Я тебе и говорю про приколы. И он видюху за 2,5, ёпта, продал. Ни хрена себе. Не, тут точно какие-то донатерские пушки нужны прям максимально. Блять, этот, сука, стоит на респе, он живой, что ли? Нахуй на респе стоит живой. Ковылик пропал. Ну сука, а где. Блять, ну что за карта местной бабки? Бля, ну будет попадать или нет, сука? Куда в центр стреляет? Тут же отдачи нет в этой игре. О, попадаю. Один отлетел. Бля, ж не видишь, что ли, его? Хедшот! А, он живой остался, серьезно? Он просто сныкался там за этой хуйней. На! Ты шо? Здесь школьников наебывай. Блин, ну как ты, сука, ну что ты долбоёб, ну плюс В просто бегает. А, да. Обновление Стима за 7 октября. На, хедшот. Да, игра скучноватая, кстати. Тут, ну, режимов надо больше бы. Интересно, можно ли тут
Блин. Сука, я другого ждал вообще-то. Их выносят прям. Гранаток нету, а? Почему гранат нет? Вот, кстати, если же гранат нету, это плохо. Было бы гранаты, было бы веселее гораздо. Кстати, как строится здесь? На четверку? Ой, я какую-то хуйню построил, наверное. Ну так, заменил немного. Да, я, кстати, в Контр-Сити зашел вчера проверить. Да, в натуре. Удалили, сервер не отвечает. Сервер не отвечает, охуеть. Почему он не отвечает? Вот это их база вроде бы. Тут можно, по идее, караулить. Блять, тут кто-то внизу, наверное, да? Или я наушники перепутал? Да ёпты. Угол обзора мне можно побольше сделать? Я ничего не вижу. И вообще у меня что-то тут сенса маленькая. О, я по крышам бегаю. Ха-ха-ха, дурак. Блять, сука, я не умею, сука, как нахуй тут дырки эти залутывать. Залатывать. Это ж, блядь. Слишком просто дырок много. Ну, давай. Ну делай ковелик-то, алло. Блядь, не делает, сука, вот дурак, а. Не делает ковелик. Да, блядь. С телефона, что ли, играют? Угу. Ха, блок страйк с Миднайта. Ну, заходи на сайт Миднайта и... пиши, что там. Кстати, игра максимально... Это, ну... Ничто лучше не работает, чем блокпост. Блокпост лучше всех, кстати, работает. Сука, нахуй вы бегаете, блядь, как долбоклаки, нахуй. Что, патроны кончились? Чё, сука? Ну, мне помогать кто-нибудь будет или нет? Ладно, короче, они ковылики полнейшие. Бля, кстати, зря я ВКонтакте скачал. Короче, я, наверное, ее удалю отсюда. Почему удалю? Потому что скины ВКонтакте не падают, а в Стиме падают. Так что, наверное, придется мне удалить ее. Я через ВКонтакте играю. Ну, не через браузер, а через лаунчер. Игровой. Да, лучше в Стиме скачаю. А что если сныкаться и типа ждать его тут? Блять, ебать сенса. Лол. Туннели прокапывают здесь. Ну вот откуда звук доносится?
Ты шо, ёбаный донатер, сука? Откуда пушка мощная? Блять, ну дебилы просто в постоянный контроль, нахуй, дурачки. Сука, наебать меня хотел, блять, пидор. Ёбаный. Тут режимов бы побольше в этой игре нормально было бы. А, хуй я отсюда попаду. Ну и блять, ну шо, ну сука, ну прикрывайте. Кто порожки удаляют? Идиоты. Сука. Ну блять, ну сделают что? Блять, тварь, которая на базе АФК стоит, блять, что ты здесь делаешь-то? Тварюка, блять. Любой угол обзора конченый. Забрался к ним на базу. А, 5 хп, серьезно? А, то есть какой-то хуй, который стоял на базе. Да, мне почему-то недоступно выбор, ничего не выбирается, ни снайперка, только один арсенал доступен и все.